бренд я знаю, наверное, лет с 5-6. Мне привезли в свое время книжку в виде маленьких комиксов, в которой основной герой ездил на Ягуаре. Красивая, быстрая, такая положительная машина. 89 или 90 год на улицах Москвы, когда вот у меня уже точно сформировалась идея, что в конечном итоге я себе приобрету Ягуар. Влюбился окончательно и бесповоротно в XF. Я отправил жене фотографии, сказал, что я нашел свою машину. Я понял, что это мое. Я сел, и мне очень стало комфортно. Автомобиль как бы тебе отвечает взаимностью какой-то. Такая постоянно дурацкая мысль в голове, а у меня Ягуар. Чувство внутреннего восхищения, скорее всего. Желание, наверное, любить своего кота и воспитывать в себе джентльмена.